сюжет как в кино, но это жизнь. Мужчина в Люберцах сделал харакири, находясь в подмосковном суде. Таким шокирующим образом он отреагировал на очень суровый приговор. Когда судья объявил 5 лет строгого режима, Сергей Седракян начал бить себя в живот и резать вены на руках. И не с пустыми руками он, оказывается, пришел в суд. Он каким-то образом ухитрился пронести из СИЗО лезвие. Но его тут же, конечно, увезли в больницу. Он очень много крови потерял, но вот вы видите, все-таки врачам его удалось спасти. Но увечья он нанес себе, надо сказать, серьезные такие раны, глубокие. А Седракяна обвиняли в разбое. Вот он своей вины не признавал и таким образом решил опротестовать такое вопиющее к себе, по отношению к себе наказание. На этот день, на день вынесения оглашения приговора, он возлагал большие надежды. Он оценивал его как момент истины. Получил 5 лет строгого режима. Год находится в изоляторе. Но считает, что приговор несправедлив. И вот таким образом, я думаю, что он выразил, это был акт его, наверное, разочарования.